Около 7500 человек было эвакуировано в среду в мексиканском штате Халиско в результате крупной утечки горючего из трубопровода. Инцидент произошел рядом с городом Тлахомулько де Суниго. В районе утечки отменены занятия в школах, не ходит общественный транспорт. Трубопровод принадлежит государственной нефтегазовой компании «Пемекс». Она сообщает, что перекрыла поток, как только утечка была обнаружена. По предварительным данным, пробоину сделали воры, пытавшиеся откачать часть горючего. Власти обещают найти виновных. На данный момент ситуация такова, что пожарные смогли взять утечку под контроль. Они ставят затычку. Сотрудники Mexican Petroleum здесь. Трубы были сегментированы для извлечения горючего. Сейчас идут восстановительные работы. Присутствуют также представители генерального прокурора. Они проводят экспертизу и выпустят доклад о расследовании и выявлении ответственных. Трубопроводы «Пемекс» часто становятся желанными объектами для воров. Как сообщило в этом месяце Мексиканское министерство энергетики со ссылкой на отчет компании, за последние 5 лет было произведено краж топлива на сумму 4,7 миллиарда долларов.